А здесь тепленько. Водопой. Что вы тут увидели? Смотри, вот баржан тигровый, да? Очень много продукции украинской. Конская мазь. На, написано по-польски, да. Что тут еще? Хвойник по-русски. Ну, много чего по-русски написано. По-украински. И еще очень много розовой воды здесь продается. Что у нас? Кто у нас дегтярный? Шампунь, бальзам. 35. И розовая. Розовая вода, розовое масло. Ну и в принципе нормально стоит. Смотри, 15 злотых вот этот вот гель. Вот тут розовая вода, но нету цены. Крем 25 злотых, по сути. Видео пошло. Но самое прикольное, что возле этой пияльни тут есть еще такой киоск. Я так расстану, чтобы поближе было. Саша, не отходи. Туда снимай. Возле этой пияльни есть киоск с вышечками, с экскурсиями. То есть можно сюда приехать, куда бы сдруй, и купить. То есть однодневную экскурсию. Не знаю, там было написано Вена, либо Прага, либо... Адерспах. Адерспах, да, не знаю, Дрезден был, нет. Таких книжных точек. И очень даже интересно. Сюда, если на неделю приехать, да, здесь пару дней полазить и так пару экскурсий взять, то достаточно интересно. Потому что здесь граница чешская рядом.
Конечно, договорился, здесь источник бесплатный получается. Я все молчу. А, молчишь? Я по закадрам. Ага. То есть здесь бесплатный источник вот этого. А в здании самом, Саш, как оно называлось? Здание. В здании главном, Мингот. Там уже где-то около 10 злотых вход, чтобы набрать. Я не знаю, что будет слышно или нет, но тут бесплатно. Пахнет, да, тут у меня яичками. Это газ пахнет. Газы. Что, гуляем дальше? Отсюда вот так вот. Thank you.